В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управлений, ведомств и служб подвели итоги работы за минувшую неделю. Что было сделано с 3 по 9 октября в материале моих коллег. В МВД Люберецкое за неделю поступило 2000 обращений граждан. Возбуждено 23 уголовных дела, 18 раскрыто по горячим следам. Произошло 165 ДТП, в авариях пострадало 2 человека. Период с 3 по 9 октября, как сообщил Евгений Романцев, выдался сложным. Люберецкие полицейские работали в усиленном режиме. Второй отдел полиции Ухтомский, Томилино, Малаховка, то есть наносят в состоянии алкогольного опьянения ножевые ранения, то есть люди лежат в реанимациях. То есть их обидчики задержаны, арестованы, проводится следствие. Также было убийство, то есть на улице Весенней вчера, то есть не поделили женщину, один другому нанес ножевой удар, то есть тот скончался, Следственный комитет возбудил 105. Огнеборцы Люберецкого гарнизона по сигналу тревога выезжали 62 раза. Из них на тушение пожара 4 раза. В городском округе произошло 2 возгорания. 5 октября вызов поступил из жилого дома на улице 3-е почтовое отделение. В итоге пожара обгорела тампорная дверь на 3-м этаже на площади 2 квадратных метра и закоптились потолок и стены. Хотелось бы отметить, что ликвидация пожара произошла до прибытия подразделений собственноручно подручными средствами. По информации коммунальщиков, аварийных отключений систем газа, вода и электроснабжения в округе за неделю не было. Управление жилищно-коммунального хозяйства ведет мониторинг обращений граждан, поступивших в единую диспетчерскую службу. За прошедший период поступило 5011 обращений. Основная масса обращений у нас это справки, МОСОБЛ-ИРЦ, и также есть вопросы по отоплению. На все вопросы были даны разъяснения. Что касаемо отопления, завоздушки все были устранены. Также в округе продолжается замена лифтового оборудования и ремонт многоквартирных домов. Работы идут по графику. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.